Александр Карпелович покинул пост начальника по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира. 21 июня стал последним днем его работы в этой должности. В ходе телефонного разговора Александр Арнольдович пояснил, что 22 июня он выходит на новое место работы. Правда, глава пресс-службы мэрии воздержался от комментариев по поводу нового места трудоустройства. Александр Карпелович проработал в должности начальника по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира более 10 лет. При этом он продолжает возглавлять Союз журналистов Владимирской области. На этом посту он находится с 1995 года. На сайте Союза приводится биографическая справка об Александре Карпеловиче. Начинал в молодежной редакции комитета по телевидению и радиовещанию Владоблисполкома. Работал в газетах «Пресса», «Молва». Был главным редактором регионального выпуска газеты «Экономика и жизнь». Издательство «Река» и «Полиграф-сервис». Почти 10 лет возглавлял Владимирскую радиовещательную компанию. С 2012 года начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира. К слову, в качестве председателя Союза журналистов Александр Арнольдович помогал нашему телеканалу в презентации документальных фильмов о Великой Отечественной войне. Тогда, в 2020-м, он пригласил в пресс-центр Союза владимирских школьников, участников объединения «Юный журналист» при муниципальном дворце детского юношеского творчества. Они и стали одними из первых зрителей проекта «Шестого канала». Почувствуйте, пожалуйста, связь времен. Поймите, что мы кровь от крови, плоть от плоти, происходим из нашего прошлого. Я не буду говорить банальности. Если вы не будете внимательно, бережно и, самое главное, вдумчиво относиться к нашей истории, значит, вы потеряете корни. А без корней нет жизни. Александр Карпелович во время своей работы в городской администрации запомнился и своими яркими комментариями. Ему всегда было что сказать, даже если журналисты задавали не самые удобные вопросы. Вот, например, как глава пресс-службы мэрии ответил на вопрос о самочувствии тогда еще мэра Владимира Андрея Шохина после положительного результата экспресс-теста на COVID-19. Как у Андрея Станиславовича самочувствие? Прекрасно. Он простудится. Я же говорил, на наших с вами похоронах. Надеюсь, это произойдет очень нескоро. Уже 22 июня Александр Арнольдович должен будет приступить к выполнению своих обязанностей на новом месте работы. Правда, в телефонном разговоре с «Шестым каналом» Александр Карпелович не стал разглашать информацию по поводу своего трудоустройства. Новым начальником по связям с общественностью и СМИ администрации города с приставкой ИО станет Игорь Ефремов. В прошлом главный редактор газеты «Владимирские ведомости» и пресс-секретарь главы региона Николая Виноградова. Не исключено, что в дальнейшем он возглавит пресс-службу мэрии уже на постоянной основе. Алексей Домнин, «Шестой канал».